Микрофон работает, да? Отлично. Здравствуйте. Я на самом деле очень рада, что я здесь оказалась и имею возможность Лилю поздравить. У меня появилась идея, я не очень знаю, как ее качественно воплотить, и очень стесняюсь поэтому, если честно. Потому что, ну, обычно, когда нравится какая-то песня, нам всегда очень запоминается припев, в первую очередь, да? Я очень знаю, как воплотить в припев. А вот куплеты... Лиля, где? Она ушла. Лиля, ты ушла, а мне нужна твоя помощь. Лиля! Наташа, найди ее, пожалуйста, потому что я правда хочу, мне хочется. Мне кажется, что... Лиль, слушай, мне хочется сделать классную штуку, но я стесняюсь, потому что мне кажется, у меня не получится. Я знаю только припев, ну как точно нормально сделать. Вот, я спросила, как тут правильно все петь. Вот, я хочу это спеть. Господи, нет! Ну и ладно, сначала я коряво, а потом ты нормально. А я знаешь как вообще, а вы как? Я очень стесняюсь, если честно. Она лебедь белую пела. Лебедь белую пела. Ну блин, ну лебедь она такая. Одна. Лиль, ну блин, ну я... Давай, слушай, я попою, ну, я буду играть, а ты как-то пой, потому что у тебя точно лучше получится. Лиль, когда я выйду, ты стишки почитаешь? Давай это, на счет 3-4 там. Только, пожалуйста, не обижайся на меня, если я буду ложаться, я делать это буду первый раз в жизни. Но мне просто, мне правда очень нравится эта песня, правда. Не впали контуру. Сейчас разговаривай. Сейчас не спалишь вообще. Вот именно. Да. Мне правда она очень нравится, но я, конечно, по исполнительской части классно помню припев. Но давай все остальное ты сама сделаешь. Вот. Давай на счет 3-4 чисто так. Раз, два, три. Заглядывает за поворотик и закрыл дверь. За ней лёд. Давай сразу припев петь. Давай. Раз, два, три. Можно заснуть на 30 лет. Смотреть вас разноцветный тёплый ребра на солнце светит. Летать, накладывать в окна мир. Долго искать по тёплому ветру мою дверь. Забыли слух, злость и гордость моя осколки. Лишь слухи, грязные гости терзают воспаленные. Я закрою дверь, ты мне от тебя. Может, застой. Прости, Лиля, прости меня, пожалуйста, но я так и ужас волнуюсь, как. Давайте еще раз куплет, давай припев. Давайте припев все вместе. Пожалуйста, простите. Раз, два, три. Может заснуть на 30 лет. Смотреть сквозь разноцветные стекла. На ребра на солнце спящий свет. Летать и заглядывать в окна и долго искать по теплому ветру свою дверь. Дверь лета. «Царица ночи», это был, по-моему, полуфинал или что-то такое, или финал, я не помню. Но это меня так пробрало, очень вообще. Да нас сейчас тоже тишина, шикарно. Да вот сейчас вообще, если честно, какая-то белиберда получилась, но спасибо, что Лиля меня поддержала, как этим таким идиотом себя чувствует. Я в следующий раз подготовлюсь, на самом деле.
самом деле. У меня сейчас просто это, я такая, я не говорю, Яна, давай спою. Яна спросил, как «Реквием» спеть. Так что в следующий раз я подготовлюсь и спою ее классно. Я постараюсь. Спасибо тебе, Лиля, большое. Я сейчас тебе еще что-нибудь спою. Все, да? Ну, я что-нибудь еще, может быть, спою. Она правит миром. Да? Даже за камеру. Да, она правит миром у нас. Да. А ты будешь петь?